Да. Да, хороший урок для нас сегодня. Хороший урок, да, то, что в КХЛ не бывает проходных матчей, не бывает слабых команд. То, что молодцы, да, нашли путь к победе, за это молодцы. Поэтому мы заслужили эти два очка. Давайте, молодчики. Молодчики, братцы, два очка из два очка. Сань, где? Братья. Где что? Молодцы, нашли два очков. Конечно, есть хорошие моменты, плохие моменты, но вперед идем и готовимся к следующей группе.